Я не знаю, браток, выбирай куда. Солянка, не солянка. Хочешь на солянку? Липецк тут, нет? Ну, пизда, да, конечно, потому что... Почему? Пошли потому ниже. Потому что прицел, понимаешь? А, потому что центр не будет... Да? А, вы тут, ну хорошо. Да, этот гомон пиздец раздражает. Сейчас опять все сюда припрутся. Ну да, как бы это... Напрягает. Короче, и на солянку, да? Или куда я? На кап, на кап. На кап. Это финал Кубка Лиг сольного чемпионата по Гол 3. В финале у нас Яма Фута и Буц, он же Валера, он же Липтон. Так, сейчас я зайду, 108 ром, блин, сука, забыл, в циферке же, ёбаную. Сервер. Так, не понял. А почему я третий? Буц, ты сразу и первым, и вторым зашел. Я уж не знаю, как ты так умудрился. Ну там, наверное, переключатель поставил. Да при чем здесь свапни? Ты загробастал оба порта. Нажми дроп 1. Слэш дроп 1. Отлично, сейчас я могу свапнуть. Свап. 1-3. Так, ну что ж, начинаем финал. Играем до 5 побед, да? Да. Правила такие же, ничего там левого нету. Такие же, как в полуфинале. Ну, я напомню, что вы можете ставить в качестве хоста любую погоду. Ну, кроме запредельного, там, молния, плюс там, море. И вы можете убирать еще и скорость ботов. Хост. Если захотите. А то некоторые, может, забывают, а есть такая возможность. Стрим идет, все показывает. Вроде должно. Не понял, выбираем. Блять, опять все заново, сука. Значит, балкон открывал, мне теперь пальцы холодные, мокрые, липкие. Значит, как я играть буду? Сейчас жопу вытирал, а у меня теперь то же самое, только горячие пальцы. Ради финала даже микрофончик включил. Случай-то уникальный. Не часто мне приходится в финал играть. Да, сейчас еще и выиграешь, вот будет пиздец. А я думал, Киприот тебя выиграл, слушай. Кого? Я думал, Киприот тебя выиграл. Начался еще. Да. Пока еще не начал. Как ты выиграл? Я так успел вышел покурить, так вот прикрыл стрю, уже трясясь нету, ну... На один гол, короче, всего там, на один гол. 4-3 на один гол. Я только вышел покурить, блядь. Прикрыл стрю, трясясь нету, думаю, что за хуйня, я тебе интересуюсь. Так. Поехал, что там что за спорят сидят. Там это спорит.
с этим... с пушисточком, понимаешь? Да, да, только было, было, блядь. Не надо пересказывать. Сука. Я тебе что-то запомнил. Всё, начали? Да, 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 поехали. Ну, тот был, тут би пизда. Ну, как бы хуй его знает. А, не. Ставлю свой черри, потому что ему пизда. Блять. Сясь, Вась, молодец, вообще четко, блин, пиздец. Эти дебилы сейчас спорят. Это женщина, которая 68 лет. Блять, это пиздец. Охренеть. Блять, этот пидор сейчас меня бы шип нахуй. 11 на ворота на. А 12 в поле. Нихера себе не перекрёстный мост. Блять, сука! Сука! Ну то ты натупил, конечно, там. Мог бы запросто отбить. Давай, МПТФ, я явля. Привет. Блять, куда ты... Блять, еще кто-то один пас отдал, дебил. Блять, это привычка дебильная, сука, еще... Бля, да как, сука? Пиздец, блядь, в самый последний момент прыгнул. Чё за голы, Валера, блядь, у тебя? Ха-ха! Он, наверное, с киприотом так же забивал. Казахский стиль. Эх ты, вот это мощно. Я не успел селект нажать.
Да блин, ну это просто пиздец какой-то, блять, а не игра, блять. Топ голы. Хорош молнии, блин. Пиздец, какая-то лажа. Сука, ты, я же жал. Опять первый матч Японии? Ну не понял, кто белым играет? Я. А, понятно, думал, хоть чем-то, как кто пропустил, блядь. Блять, все-таки скосил, блять. Эх, сука. Ой, как 1-0. Да так капец, что там просто такие голы простые выпускаешь, пиздец нахуй. Ну там простые, молния ударила, и я супер не отбил, блять. ГГ, Лерочка. Бутс тащи. Так, кто выбирает? Сейчас ты выбираешь, да? Ты выбрал Корею. Лерчик проиграл. Киприот болеет за тебя, браток. Херасе. Че, мы же командный напарник, это считаем. Это брат. Так. Ха-ха, Лерочка даун. А, кстати, Мафута, это же вообще мой первый командный напарник. Это пиздец. Да, я твой сенсей. Да сейчас отца хуяри таки. Юсу, блять, юсу, блять. Положимся на ботов, пусть творят, что хотят, блять. Ну это было тупо с моей стороны. Вообще пиздец как тупо. Блять. Да чё, блять, ну сука, задержка чуть-чуть. Как с транзистором, сука, удар вниз получился. Да блять, ебучая, блять, номер, блять, ебучий. Номер 11, барабанные палочки. Я услышал твое журчание и что он согласился тебе пас дать. Корея. Так, что там? Казалский привод. Ух ты, ебать. Ну, почему, блять? Он не разворачивается. Сука. Кай болеет за Буца.
Видел? Я это предвидел. Я не прыгал в бок. Я понял. Ты, блядь, как достал, пидор. Мафута долби эту казашку. Тут и прет вовсю за тебя болеет. Давай, братва, давай. Ты прет за Мафуту. Ты прет, давай, как Мафута, же ты так разгромно слил. Потом на солянку давай перейдем, после этого матча. Давай. Полуфинал. Казашка везучая просто. Ах ты, блин, вниз везучих. Зачем-то рано начал крутить. Везучих. Ты хочешь сказать, тебя постоянно молнии били, что ли? Поэтому ты и не выиграл. Лаги были невероятные, казах там колдовал по ходу. Лаги были невероятные. Валер, у тебя были лаги в полуфинале? Незначительные в начале. Блять, сука, я ведь знал, блять, это хуйни. Ну вот, у него тоже были. Потом он их убрал. Как-то разогнал. Блять, ну ты даже не на одной линии стоял. Читы-то, читы, читы. Мразота берет вообще, блядь, в упор, блядь, под перекладиной. Ну, что это за херня, блин? А чё ты ему вниз-то пытался пробить? Надо было вверх всё-таки. Почему? Ну, потому что... Это ж бот. Утерский бот, а? Всё берёт, сука. Ну ты, ну потому что, блядь, я уже пропустил. Да, блядь! Пиздец, блядь! И Валёрка заглотил опять. А-а-а, на приземлении. Самый обидный гол вот такой. Ах ты, блядь, третий раз еще и... Нахуя я переключился, бот бы взял. Да. Не знаю, взял бы он или нет. Без вариков. Без вариков. Заглотил. Блять, откуда мне пасуется, черт? Ах ты наебал. Поменяйте музыку, затрахала одну и ту же поебень слушать. Передаю привет сосущему казаку. Меня просит поменять музыку. А чё там с музыкой? Блять. Ух ты, как подскочила, блять.
Чё, на солянку? Ну сейчас... Да, давай на солянку. Я выбираю же, да? Да. Какой счет у вас серии? 2-0. Сервер, сол. 2-0. Пользуем афут. Game.ru. Не понял я. Ты опять 1-2. Чё у тебя там в настройках прописано? Дропай первого опять. Ну, я не знаю, у меня почему-то всегда так. Тут даже музычка поприятнее. Так. Мне это, блин, не спасёт. Кого выбрать, кого выбрать? Чё у нас там было? Монголия и Япония. И Япония, и Корея была. А, блин, Монголия и Корея точно. Давай еще за Таиланд сыграем. Мне понравилось. Тебе не поможет монгол? Ох уж этот Таиланд. Вперед передает привет. Кому? Тебе, скорее всего. Милый, Валера теперь будет монголом. Блин, хреново, чат читать. Как поменять? В смысле, нам поменять? Ладно, поменяем, браток. Ну, вы зайдите в опции. Валера теперь монголом будет. Да, киприот пишет. О! Так прямо по центру получилось, я изо всех сил вверх жал. Блять, говно. Ааа, да, блин, а тут ускориться. Даже вот переключиться, ускориться и успеть добежать, хотя... На, сука. Супер. Не дал бы. Ну как их ловить? Я знал, что ты это сделаешь. Как их ловить? Навстречу выходить. Чтобы не в упор к воротам. Мразь, блядь! Мразь! Можно их и отбивать. О, это я. Вот мразота, бот. Вот опять ударил вниз. Ты читер грязный. О, вот хороший удар. Хороший удар. Там фута как-то прыгнул, непонятно даже. И не вправо, влево, типа на месте прыгнул. Повелся, что ли? Что за блядь? Опа! Нормально. Блять, сука. Картинка. Майлы какие-то там. Нихуя ты не
не прыгал. А, что это такое? Че, Мапут опять нагибает? Смотри, хороший вратарь у этого. Да ладно. Блять, чуть-чуть промазал. Блять, ты тупой? Блять, сука, все-таки за это. Бедная Лерочка. Да долбаш. Блять, сука, нарвался. Долбят ее беспощадно. Мафул, так проебывай скот. Ща проебу, браток, подожди. Да блять, сука, куда меня потащило, блин? Мафута Коли Мангола. Ну хотя бы по. Хотя бы так, блять. Блять, а я еще думаю, куда эта мразь? Галыч пишет, Мафут, проебывай скот. Как я отбил, я хуй знаю, я уже думал, все пизда. Да блять, куда он убежал, блять? Мразь. Так. Счет сокращается, хост у Валеры сейчас. Тут сразу два их, блядь. Двойняшки. Но! Нет. Но, блядь, бот, сука, ебаный, нет, нихуя. Надо было головой ему сыграть, он ногой решил. Куда? 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 Чмо? Куда? Куда? Да вот это, блядь, сбивай, сука, урод ебаный. И получается у Валеры, по-моему, агрессивно. Лера дура. Играть. Как он любит. Сархунчики заебали. Тебе не блять, ебан. Ну это просто фейл, блять. Это такой гол, что пиздец, блять, сука. То есть супер не получился, но, блять, мяч все равно взлетел. Блять, еще и молния прямо в меня, и прямо, блять, Валера. Ты сделал даун, блядь. Блядь. Хуй знает, что там, блядь. Что-то не стал отбивать, Валера любит, видимо, ловить именно. Опять заглотил. Сука, как он, блядь. У меня фриз. У меня тоже, блядь. Кто подослал фриз? Фрезеровщики. Вот таких у меня было много моментов. Таких было много моментов. Каких? Так, что, 3-0? Только не таких долгих, типа, фризов. Бет играем. Убирай. А, фризов, понял. Англия. А кто ведет? Я пока веду. Да, Мафут ведет. Техас с наслаждением наблюдает. Казашка ведет.
за процессом. За яйца. Так, а что у нас там в среднем? Блять, как ты угадываешь, заебал ты меня. Да ты по прямой бежал. О, бот красавчик. Пизда. Не, не пизда. Страховал еще бота. Спел. Блять, сука. Ну это говно. Блять, надо было ворота, сука. Блять, я прыгать взял. О! Ах ты, блин! Блять, я жал вверх прыжок, блять. Должен был... Сука, если бы просто сработало, то... Да, это есть тут какая-то хуйня, не очень срабатывает. Блин, нахуя я это сделал? Сука, не ловит. Пиздец, вот это удар, блять, вот это просто пиздец. Красота. Да ты затрахал, блин. Успевает же сосочек. Ловите его, сука, ловите. Ждут кота за яйца. Не успел. Да бей уже, блять! Пиздил, блять, у меня мяч. Я тебя так и знал, гандон. Где бот? Эх, если б добил. Блять. Ну, как я понимаю, Мафута ведет 3-2. Блять, пиздец, это голкипер, что ли, блять, или чё?
Он меня зачистил, блядь, полевым игроком, охуеть. Ну, у меня защиты больше у этого игрока. Да, было хорошее. Пошла бомбежка. Чё там было? Ух ты! Вот это, блядь, пиздец! Так, чё у вас там сосочки? Я уже заебался с ними спорить. Пёс, ты куда ушёл? Айда, пошли! Иди нахуй, я не хочу договаривайте. С вами ты кончить, чё, боишься, что ли, блядь? Да ну нахуй, блядь. Трус ебаный, пошёл нахуй тогда. Смотри, смотри, смотри. Иди нахуй, тварь. Какой счёт, сосочки? Ну шо, ты ушел, ты ебаный стрельной, по-моему. Думаешь, тебя спасет это? Пришло, блядь, стадо. Смотри, за мной все пошли, я командир. Я командир. Я пошел, блядь, они все за мной пошли. Я, блядь, главный. Мы тебя наказали. Значит, ты прав. А я и шлюшка. Твои идеи правильные, твое дело правое. Все за тобой идут. Да. То, что они говорят, это ерунда. Правый сектор. Да, скажу, Ромарио пришел. Хотя его никто не звал, но один. А я за гандон. Меня как раз таки Лепеску позвали. Блин, кто слева? Ну сюда именно. А, ну именно сюда нет. Ну вот. Кто-то скажет, кто слева играет. Кто-нибудь скажет, кто вообще играет? Я сейчас справа играю. А, нет, я сейчас слева играю, да, за синий. 4-0. О, уважаю. Валера, ты выиграл? Кто сейчас выбирает? Ты, Валера, выбирай. Или а я? Валера. Подожди, кто сейчас выбирает? Я? Да, ты. По идее, я выбираю. Давай за Италию сыграем. Да, с транзистором по напряжению было. Блять, с транзистором максимальное все... напряжение, конечно. Да. Ну чё, Мафуз опять чемпион. Анексия, блять. Анексия кубка. Анексия Голтрида. Анексия Румфака. О, а я за шлюха, а я за гандон. О, уважаю. О, я за гандон. Не, вы это я говорю, тут так вот в чате написали. Идет Мафуто в серии. Сейчас Мафуто слева, да? Да. Блять. Давай, блять, Эстебан пьянь, блять, мне в затылок прям ударил. Затылочный гол. Ладно, скучно уже. Срач закончился, мне делать нечего. Всем пока. Ну тут все понятно, кто выиграет. Следующий сезон в сентябре, да? Я этого не говорил. Ну, я когда-то спрашивал, вроде бы, или конец лета.
Да. Чё, я когда-то спрашивал. Я сказал не раньше, чем конец лета. Вот как я сказал. Блять, ближе не ударился. А почему? Может и будут. Когда будет близ турнира? Эй, ну вот как раз близ турнира, так может и будет, кстати. Давай близ турнир, давно не было уж, а я значит давно не побеждал. Близ это 2 на 2? Да, это вчетвером быстрый турнир за один день проводится. Не знаю. А, не, подожди, так я играл в близ, когда-то 1 на 1 проводил. Не, тут 2 на 2. Блин, я, скорее всего, 1-1 буду проводить, если буду, конечно. А зачем? Проводи 2 на 2, так круче. 2 на 2 вы и так играете каждый день. Не, ну поэтому... все хотят блиц. Бля, чё-то позабил. Это блин, интересно. Я 1-1 блиц интереснее в любом случае. Ну так, блиц и был 1-1. За меня это смущает. Что вам и блиц никакой не нужен. Я имею в виду то, что каждый день играют эти драки. Да. Вот. Поэтому. А вот 1-1. Целый чемпионат 1-1 играли. Ну это. Ну чемпионат же есть. Играли. Ну шо вы ебанцы, бля. А в межсезонье-то как раз-то и будет другая ситуация. Пизда, ёб твою стыдь. Когда будет командный турнир, да он 2, по 3. Тогда Мэмори проведет его. А потом благополучно убежит. Я серьезно спрашиваю. Я не знаю, я пока не буду ничего обещать. Хуя ты, дерзкий. Ты шо, против братков, шо, ёбанулся? Ох. Просто, знаешь, я почему говорю пушистик? Потому что несправедливость, понимаешь? Вот меня бесит это все. Это просто куча дебилов, ёбаных. Мне давили вчера 3 часа со мной, спорил, как будто он прав. И знаешь, что закончилось? Америка все виновата, Америка все там, везде у них госдеп, там все испортит. Ну так, Афина, если у меня тетя родная, которая живет в Рашке, говорит, что, блядь, Крым подавила Рашке Америка. Ну все понятно. Я сикую, что у вас там у всех Америка, блядь. Меня вот смущает. Идите вы нахуй, сука, да обоёба отсюда, блядь. Идите там дальше пиздить. Ты чё, охуел, блядь? Всё. Да вы поебали, поехали. У вас вот бригада вот собралась, ты, Пушистик и Ромарио, поехавши. Чё значит поехавши, блядь? Да вы там сами, как Стасыч приходит, вы там это всё раздуваете. Меня нашёл поехавши. Да, ну, еще ну, осталось. Конечно, смотрите, нахуй помолчите, нет. Так, ну чё, Валера, у тебя единственный шанс продолжить борьбу, это выиграть этот тайм. Когда же, сука, это какую закончится? Какую борьбу продолжить? А, я понял. Дальнейшую. Финал скоро закончится. Ай! Финал скоро закончится. Я думаю, что... Нет, ну я вообще про другую хуйню говорил. Ладно, я пока отойду на пару минут. Позже подойду. Блять. Хотя 3 гола еще можно отыграть. Да, еще время достаточно. О-хо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 . Вот один, похоже. Да. Игран, правда, еле-еле. Там и ветер пытался выдуть его. Но твердый лоб Валеры там закатил. 50 секунд, он давай. Можно продолжить борьбу. Твердый лоб Валера попихнул. Кстати, касательно игры, кто мне скажет, с чем связано, что иногда бот ни с того ни с сего начинает бежать на вратаря и пытаться у него отнять мяч, хотя он штрафнул. Ну вот была такая... Вот мне тоже это интересно. Бот разворачивается, бежит и начинает пиздить вратаря, хотя вратарь просто стоит в своей штрафной. Возможно. Возможно, он слушается команды. А
Так, а почему он не слушается? Ну, с чего вдруг вратаря шпячет в штрафной? Какой команды? Как... При каких-то условиях, возможно, он, да, слушает команду, но что это за условия? Затрудняюсь сказать. Это редко бывает. Да. Редко, да. Может быть, вратарь выбежал за штрафную на какое-то время, а он за ним погнался и это... Были случаи, когда не выбежал. Ну шо, поздравляю тебя, выпутанных проток! С победой! Да погоди! А что погоди? Погоди, сейчас 10 голов забьет. Там 3 секунды осталось-то. Не надо преждевременно ничего отбил анонсировать. Опа, ни хрена задел. Ерунду это. Да, ну что, уже сделал. Не понял, а где? Где бля, везет? Он у меня пробежка сработала. Ты, ух ты, ёбаная хуйня. Эй, ну... Напоследок. Сейф. Ну, и ой, заканчивается, и все. Нет, не заканчивается, у меня стрим повис. С победой тебя, Мафута. Все, спасибо, Валера, за игру. Далеко прошел, браток. Аж целого кого-то там. Ну, Эктопауэр вперед прошел. Да, кстати, действительно, кого Валера прошел, на то пошло. Рика. Рика. И Киприота. Двух. Ну, не сильнейших игроков прошел, но прошел. Вот в этом повезло, что попались такие игроки. Ну, попробовался. Нет, нет. Не везло, Валере. Валера, сегодня не твой день. Все, все то. Тут было так ясно, что тебя вахута забил. Это был матч с Киприотом, это везение. Да я уже хуй его знаю. Том матч. Он уже сильно разыгрался, с Тавистером разыгрался. Я смотрю, Киприот, Киприот выносит Эктопауэра. Бутс выносит Киприота, блядь, думаю, ну пиздец, там ребята научились. Сейчас, блядь. Да. Не, ну конечно уровень выше, чем был раньше. Ну, поздравляю Мафуту с чемпионством. Да. Точнее, с завоеванием кубка. Мафута, молодец, браток. Кстати. Четвертого сезона. Да. Очень интересно суперкубок провести. А что за суперкубок? Ну это когда победитель кубка играет с победителем чемпионата. Суперкубок Украины. А если одинаковые победители, они что? Тогда первый и со вторым местом. Ну обычно этим матчем открывают сезон во всех футбольных чемпионатах. Уважаю. Если это один и тот же, тогда первое и второе место. Просто я не знаю, награды так выше крыши был 3. Поэтому скорее нет. А тема фут как эта идея? Не знаю. Ну, в футболе дело, да. Так мы делали. Не знаю, он какой-то получается. Ну, один всего лишь, один какой-то, одна встреча. Да. Не, ну можно придумать до какого-то счета, который ну, здесь, вот, собственно говоря, все реализовано, до 3 побед, например, там. До 4. Ну, смысл понятен. Не знаю, как ну, хотите. Чё, интересный матч, прикольный. Почему бы не посмотреть? Ну что, один матч только или что там? Да, только победитель. Кука играет с победителем чемпионата. Один матч? Ну, вообще один матч. Но если ну, мы здесь играем для какого-то количества побед, то здесь можно сделать для какого-то количества побед. Например, до 4 побед и все. Мне вот интересно, Мафута же стал трехкратным обладателем кубка, а вот в лиге он сыграл похуже, в смысле то, что занял всего лишь второе место. Как же так получилось, Мафута? Вот. Да, все стали лучше играть, вот и все. Отбирали Я, очки. Кстати, очень редко кто-то выигрывал, ну все. Как правило, наоборот, именно кто-то выигрывал одну, кто-то другое.
Я даже не помню особо сезонов, когда кто-то там прям все выиграл. Уровень вырос у игроков, так что конкуренция выше, поэтому сложно в чемпионате стало. Ну и тем более транзистор вообще пипец, вон здорово у него скилл вырос. Так что он заслуженно, наверное, взял первое место. Армфлаг, кстати, как посмотрим, мне казалось, он очень круто играет. Ну, он хорошо играет для игрока, который не тренируется даже в других форматах. Не играет. Не, он так с компом, может, и тренируется. Ну, конечно, это не то, но все равно. Я сейчас транзистору мог запросто проиграть, просто легко, то есть у нас равные силы. Ну там спорно, 2 по пеналям, все-таки две такие победы шаткие, тем более там вторую, на последних секундах он сравнял счет. Так что в принципе тут... Ну, все равно равны, потому что все, что я у него выиграл, хоть и в основное, но там камбэки жесткие были. И первые матчи, и последние самые матчи. Жесть, конечно, да. Последняя чисто финальная вообще. Но мне показалось, транзистором ты даже поддался в первых матчах. Да не, ничего я не... Ну это не поддался, это просто ручка. Какие-то команды такие, Нет, это тактика была больше, ну, побольше рандома и посмотреть. Никто же не играет за Таиланд и, в меньшей степени, поэтому я наоборот выбрал специально посмотреть, как он будет играть с такими неклассическими командами. Но он в итоге тоже поддержал, видимо, эту идею, выбрав Мексику. Да, ну да, он песок выбрал, то есть максимально затяжной такой, ну, как бы, футбол такой вязкий получился. Кстати, Клавич сказал, что нет, разрыв сетки. Все, закончили? Я да. Еще посоветовал. Да. Пидоры болели, сука. За транзистора так агрессивно, пидорасы. Я вам, сука, это припомню, пидоры. Кто? Да. Ну, там, РВД прям пиздец, сука, злобно болел. Да, что ты несешь, никто прям злобно не болел. Пора закрывать, блядь. Все, хватит играть, сука, как Андона. Да, болели, блядь. Я ж, блядь, на последнем матче всех замутил все-таки. Вот, может, это помогло из-за этого. Вот тварь, так и знал, блядь. Что такая же тварь, как давитель. Ты на давителя, ты не въебался. Ты не дави на давителя. Понятно, как я слов. Ты охуел, блядь. Ладно, чё, в общем, нормальный такой чемпионат, в принципе, как у остальных участников, там, какие мысли, там, Октопауэр говорил, что не будет больше играть, например, может, проводим на пенсию, братка. Да, я на пенсию. Вот, кстати, я пытался вспомнить, кто же там третий вышел в вышку, там Хайт вышел, еще кто-то, Тубус, да, и третий Пушистик. Как-то Пушистик незаметно туда пробрался, я не знаю, как он там это сделал, как-то очень. Ну, видимо, как-то втихаря он туда пробился. Когда починят Миднафин, тогда будем. Как ты это объяснишь вообще, Пушистик? Ну, я, честно сказать, думал, что где-то будет 5-6 место, если честно. Я скажу, что, кстати, вот все сделали на одном первом, там все остальные здесь много рабочих. Он врубал гимн. Щене вмерла Украина. И тащил под него, поэтому он добился. Октопауэр, давай, сука, не уходи на пенсию, а то ведь они меня, сука, запрессуют в следующий раз. Да, давай, Октопауэр, будем ебать меня, я вообще линии теперь. Его понял, да? То есть... Уважаю. Бля, все, я снимаю, чтобы не бить. Чего ты? Чтобы что? Чтоб ебали меня, я смажу даже жопу. Патриотизм, что-то, блядь. И да,
и продолжение такое, то что хотя Пушистик встал на третье место, а в итоге он в кубке вылетел с первого же матча. Да. Парадокс. Дело в том, что кубки не задаются мне не только здесь. Я и в прошлом году в первом же матче вылетел, и в Текмо вылетал в первом же матче, причем даже когда выигрывал чемпионат. Поэтому не то, что вас не понимаю. В этом и прикол нескольких турниров, почему я за них выступаю. Потому что у многих людей продолжается мотивация до последнего играть. Потому что даже если ты там не имеешь шансов в чемпионате, вот у нас там было 3-4 соревнования сразу. И все соревнования выигрывали разные люди. То есть, есть многие люди продолжают играть. Это интересно, потому что у тебя еще есть надежда, да, там в чемпионате смеется. Но еще клубов, еще там Лига Чемпионов, ну, как бы, все вот эти вот турниры. Так что, такая вот вещь. Ну, вы про Ну, да. Я вот вспомнил все-таки, что если взять, например, вот как я играл в Лиге, меня практически со всеми разминули. То есть одну игру я выиграл, одну проиграл. Ну что это такое? Причем в дворовой лиге у меня было то же самое. И в этой лиге у меня то же самое. Тупо разминули. Победа, но в вышке у тебя так не будет. А я понимаю. Это просто говорит о рандомности, понимаешь? У меня в Текмо тоже так не будет, что я одну игру сыграю, и одну игру не выиграл, одну проиграл. Это как-то не то. Но я уже или выиграл, или проиграл. А как такое не будет? Поэтому насчет рандомности вот спорно. Ты видишь, погода как влияет, он Макута себе наставил в финале. И там молнии всякие, у него же отнимали голову потом. Это ж все тоже зависит. Ну да, да, но тут риск, это риск. Ну так это же рандом, ты уйдешь 2-1, там момент реально был в той игре, который ты по пенальти вторую пробил. Вот ты вел 2-1, и там ты выбирал в бою. Ну, по сути, у твоего бота был мяч, но этот голбан тебе не отдал. Молния ебанула, все попадали, короче, и транзистор подхватил, и побежал, забил 2-2, и по пенальти потом двигал. Вот какая, ну, по сути, какое тупое поражение, а молнию как не выбрал, собственно говоря. Ну да, ну там, это все оправдано, как бы. Я ставлю погоду... Нет, оно оправдано, но оно просто, я к тому говорю, что, когда говорят, что в Текмо рандом, типа, больше, чем другие, то это все фигня. Был 3 больше рандома. Как помнишь, да не, был 3, скорее всего, это рандома даже прям очень много. Много. Побил, да. Там ветер не так побил. Отскочило не так, вроде отбивал. Да. Тут уже как бы. Я думаю, что сливаться никому не надо, кроме интересной. Интересно, конечно, вообще. Ну, если бы люди действительно имели даже не уровень игры, прежде всего, а интерес. И если бы там было еще больше... Ну, а куда ты в Текмо не участвовал? Я не переживаю. Да, ты... наверное, в следующем сезоне будет. А хули в этом не участвовал? Меня не устраивал формат и ром. Что тебя не устраивало? Меня что не устраивало, ром конкретно меня не устраивало. То, что Карлыч там все вообще переделал, в том числе даже музыку, звуки, вообще все, это тупо летает в мах. Вот. Ну и формат меня... Так урубил бы хард-транс. Да нет, я так не играю. Я играю обычно без общений, только под те звуки, которые это играют. Ну, свои официальные. Так, конечно, когда там делают мейкер, то можно поиграть через рейку и все остальное, но когда играешь официальные игры, я так не играю. Не нужно. Ну зачем быть таким снобом? Ну, меня все отвлекает. Вот смотри сам, например, простой пример. Это по сути всех касается. Потому что мы сейчас мы начали там пилить в соседней группе. Макута слился сюда. Почему? Потому что мешают, верно? И мне точно так же мешают. И РВД мешают, который все время кричит, как Александр больше всех, когда у него, когда он не играет. А когда он играет, все должны молчать. Вот. И так, собственно говоря, у всех. Поэтому... Не знаю, у меня такого нет. Смотреть трансляции, конечно. Вот, ну, я там бывает смотрю трансляции, конечно, прикольно, когда тут, блядь, мясо, 10 человек, все пиздят, вот, а вы друг на друга, там, твиттер, чмошник, ебан, это все охуенно, конечно, со стороны смотреть. Но играть это отвлекает 100%. Если ты играешь, я же говорю, просто вечером пришел поиграть, это одно. Но официальные игры, как-то мне хочется играть по-другому. Да, я помню.
второй финал командного Гол 3 я без наушников. Просто снимал их, ну, ради того, чтобы слышно было всех. Но самому не слышать никого. Слабаки ёбаные. Слышишь, ты Киприоту продул, небось, из-за этого. Сидели подрыв. Я... У меня лаги были не ебовые. Не прыгал игрок. Я ничего не говорю, то, что у меня выиграл. То есть выиграл, то выиграл. Проебал, так проебал, но в той игре у меня вообще игрок не прыгал. И я в этой же игре сказал, что я на солянке не буду играть. И в той игре у меня был интернет еще... Ну, я еще не исправил. У меня было 30 мегабит в секунду, то есть из 90 обещанных. В 3 раза хуже. Так, дело не в скорости, как ты не поймешь. Он стиль... А, вот в этом... Скорость, она влияла напрямую на пинг, потому что я исправил всю эту хуйню, роутер починил, у меня задержки тупо не стало. У Исти охеренный интернет. Я тебе говорю про то, что у меня... Я не говорю, что скорость прям влияет, я тебе говорю про то, что вот именно... Я понимаю, но я просто тебе привожу пример с Исти, который... Вроде бы в Москве, вроде бы интернет... Ну и на один на один я не круто прям играю. Вот, всё. Я не отказываюсь, что Киприот слабее, там, проебал. Я не тот, блядь, позор, проебал или что, я никогда такую хуйню не считаю. Проебал, так проебал, ёпта, и все. Да никто ничего не говорит. Ну, все. Не, я это отсылку сделал на Бутса. Бутс? А чё? Потому что он... Ну, он написал в чате, что Киприот меня слил, позор. Мы тут? Да. Не хочешь пойти... Так, ну, в общем, что, заканчиваем? Ну, надо какие-то итоги, я, наверное, скажу. Ну, тогда скажи. Только старайтесь там не перебивать. Хорошо, только ты не бей. В общем, в целом, сезон прошел нормально. Вообще, я вот эти первые три сезона, они, в принципе, показали все, что можно показать. Поэтому этот четвертый сезон, он как бы такой уже не был показательный, с моей точки зрения. То есть я решил дать больше свободы игрокам, и там мне еще помогали в организации. Спасибо, кстати, этим людям, которые помогали именно Руку 25. Да. Кубику спасибо. Кто свой участок работы он хорошо проконтролировал. Это Павел, спасибо за, как обычно, за яркие встречи. Кому еще спасибо? А мне спасибо. Ничего. А тебе эта тварь даже не участвовал, иди нахуй. Нет, а я же не говорил спасибо. Ах ты, тварь не участвовал. Даже Пушистик участвовал. Да, вот, транзистору. Транзистор. Я просил не перебивать. Транзистору спасибо за то, что он в той или иной степени тоже помогал, записывал видео, выкладывать там помогал там людям там. Кубрёв, кстати, тоже спасибо за то, что он тоже поддержал, все равно тоже видео записывал, активно участвовал там и пытался свои идеи предложить и так далее. Вот. Ну, короче, я в этом сезоне дал больше свободы игрокам. То есть они играли, в принципе, ну, не так напряженно, как раньше. Вот. Ну и все, в общем-то, в нормальном ритме отыграли, в нормальном темпе. Это, наверное, что еще? А, да, еще очень порадовало то, что ожесточилась конкуренция и в средней лиге. Уважаю. И в высшей лиге конкуренция стала больше. Уже записанные лидеры уже не так уверенно себя начали чувствовать. Да и Мафута постепенно как-то более напряженным удается все это дело. Уже не так уверенно. А какие места в высшей лиге? Я так и не понял, что-то Мафута негодовал. В высшей лиге первое место у Транзистора — это золото. Второе место у Мафуты. Тварь все-таки выценил. Да, там пришлось считать мячи, по мячам смотреть. А вообще там, я думаю, будет целая система в случае равенства параметров.
И если будет там такая труба, то будет какая-то дополнительная стыковая встреча. Это будет такая ситуация, если там будет решаться судьба медалей. И третье место занимает Ectopower Бронза. О! Да. Поздравляю! Можно спасибо. Так что тоже неплохо. И в средней лиге там тоже неплохая была конкуренция, там было... Ну, я, в принципе, на хайта ставил. Вот, ну, вот ты так. Давай все места, чтобы слышали. Ну, в средней лиге... А я значит, какое место так. Занял? Скажи мне сразу. Иди нахуй. В средней лиге первое ты занял. Ах ты, тварь ебаная. И третье я. Уважаю. Да, пушистик и третье пушистик. Третье. А второе? Хайт. Хай. Второй хайт. О, уважаю. Первый тубус. Тубус. Тубус уже давно должен был быть в вышке. Вот. Потребовался несколько сезонов на это. И вот, наконец-то. Брат в кубке, он что-то сыграл тоже не очень. Ну и как-то ждали мы его долго, и в итоге, ну, в общем, сыграл. Ну, хорошо. В третьей лиге кто? Это средний. А в дворовые? Да. Не, все-таки думаю, что это пар петух, блин. Так. Это не тварь. В дворовые лиги первое место у Флэша. Это... Уважаю. Это Мафуты прогноз сбылся, кстати. Так, а вот да. Дальше... Да, ты вначале говорил, что вот, Флэш там по-любому всех порвет. Было же такое. Никакцу. Действительно, Флэш, получилось... Флэш, может, проект Мафуты? Да, просто там слишком слабо. Он проект Кремля. Игроки для... У меня бал не грузится. Флэш в сезоне занял четвертое место. И как раз тех троих, которые его опередили, в этом сезоне там не играли. Поэтому, наверное, в том числе. Так кто там? Второе занял? Место... Флэш дворовый, первый. Так... По памяти. У меня не грузится таблица. Зависть, кстати, дебютант. Второе место. И третье место. Второе. По-моему, зависти. И третье место там поделили, опять же, Кубик и этот. И Айрис. Но в итоге по мячам, если брать, то. Так, или они там это. Да. В общем, Айрис проходит. Если мячи считать. Вызываем Мафуты на матч за второе место. Ну, надо считать, наверное... должны забить. Нахер. Зассал, все. Все слышали? Вы же не считаете. Наверное, все. На этом все. Прикиньте, Мафута не хочет 2 на 2 турнир проводить. Чего, блядь? Ну-ка быстрее. Да? Где он? Покажи. Я не вижу вообще. Мафут у тебя съебать нет? Не вижу отдачи, не вижу. Как там Липецк? Как это? Расскажи за меня, чего, почему? Липецк, как ты говоришь, что он хочет проводить? Не вижу заинтересованности. Вы так играете каждый день, у вас рейтинг. Это интересно. Что надо? 2 на 2 надо, вот это развивает турнир, блять. Больше народу сидит играет. Я не знаю. А я, значит, ты будешь джимлайтом играть? Это командам. А кто это, блядь? Да какая разница, кто? А я не знаю, а какая разница, блядь. Ты пиздец, будешь не играть. А ты будешь играть? Короче, ты не комаром 521, блядь. Всем спасибо. Я не знаю, кто это. Вот поэтому турнир и не будет проводиться. Ну, туда я буду. А Языч. Сдюнач, да? Да? Я могу с Пушистиком сыграть, он вообще браток. Нет, я тебя спрашиваю конкретно. Ну, с тобой можно лес или нет? И я с любым могу сыграть, с Дюнычем могу сыграть, а чё нет? Всё, ты уже ответил. Ты чё, ну Липецк, ты пиздец, конечно. Почему ты я зачем участвовал? В одиночный турнир для петухов, потому что. Ты чё? Потому что был волонтёром Навального? Нет, потому что, блядь, 2 на 2 интереснее играть. Чем, так, блядь, 1 на 1. Интересно, может быть. Ну, если я согласен, 2 на 2 интереснее, чем 1 на 1. 2 на 2 интереснее, селик надо выжимать, ну, каждую секунду. Селик, блядь, чтоб переключаться. Ну, ничего надо. Многие играли один игроков не переключаться. Ну шо тебе пушистик, ебаный стыд. Я 2 на 2. Вот стап у тебя в школу, я могу за свою взять учиться. Кайлыч, я уже. Ты можешь не нажимать, селок, многие играли одним игроком. Да не, и пушистик, не. Один на один это не то, понимаешь, это ж, блядь. Это ж совсем не та школа.
А чё как... в Текмо 2 на 2 не играете тогда? А потому что там Кайлос не сделал мне хак пока. Ну, я ему говорю, сделал. Сделай хак. Он хочет сделать хак. Там, там всё намного жёстче. Там, понимаешь, 2 на 2, там было... второй играл батальон, а вратарь там за пределы штрафной не играет. Это здесь вратарь взял мяч и побежал вон там всех подряд. Ну это там... ваши проблемы. Вы если играете 2 на 2, вы должны везде вообще играть 2 на 2. Ну ты что-то ты лепец хронишь, ебанство. Ну а что? Тебе надо а что-то не... Вы же любитель команды. Ну вот. А чё вы? Ну это я так... Отступление, скажем так. Понятно, что там не все так просто. Не, ну в Текм удобнее было бы играть 2 на 2, потому что вратарем иногда отвлекаешься. Согласен, Пушистик? Нет, удобнее в смысле в каком? По сравнению с 1 на 1, нет. Не да, удобнее. Ну потому что нет, иногда врат... когда я ты играешь в вратарь... Да, это я согласен, но я все равно хочу лучше на себя рассчитывать, чем на кого-то там. Кто-то засмотрелся, застоялся там, потом ударили, простой удар. Нет, нет, я не согласен. Не, ну это ж команда, понимаешь, вот мы как с Эктопаром, хоть он петух, но у нас хорошо получается играть в Гол 3. Так, потому что в Гол 3 вратарь равноценный игрок, понимаешь, он бежит и все играют нормально. А там ты тут постоишь и смотришь, как другие играют, это фигня. Не, я не хочу фаскапить. Так мы было бы еще жестче, у тебя бы все время убегал, смотрел тебе напарник, ты бы орал на него. Чего-чего, подожди, я ни хрена не слышал. Ну в Текмо, если бы бегал игрок, это было бы еще хуже. Он бы тогда убегал, убегал с ворот, и ты бы вообще не мог ни на что рассчитывать. Конечно, так вот поэтому как Аязыч там играл? 2, в принципе, модель невозможна. Аязыч ее хотел продвинуть, но я считаю, что она там невозможна. Это говно, Текмо 2 на 2, это ж скука. Ты, блядь, тупо себя не видишь. Там же за мячом все идет. Да нет, ты вратарь. Если вратарь мог бы выходить хотя бы на... Да, и что? И что тебе этот один игрок, он там 11 на 1 вообще ни на что не повлиял. Ты только его потерял, на пиле пропустил бы после ворота с центрополя и все. Ну так вот. 2 на 2 говно. А гол 3? Гол 3, 2 на 2 заебись. Уважаю. На Текмо готовится новый хак. Павел, уважаю. Его уже выложил. Вот. Ну он там его, конечно, будет совершенствовать. Так что, вот, может быть, сыграем в Текмо. Ну давай поиграем пару матчей на ответ. Так, ну, значит... Во что поиграем? На, на этом мы заканчиваем. Ну давай, я с тобой с лучшим другом Эктопаром. Стрим финала. Ну все, а же, от этого ничего не изменилось. Общего подведения итогов по чемпионату сольного. Да заебись чемпионат, реально. Тебе придется отсосать пичку Путина, я зачем? Да, мне тоже нравится, по-моему, отлично. Трансляции, кстати, реально действительно привлекают, потому что теперь есть оповещение. И многие матчи действительно, хотя на самом деле... смотреть из контакта мне, по крайней мере, неудобно. Мне с YouTube больше нравится. Но, по крайней наоборот, мере... Наоборот, удобно, минимальная задержка. Ну, не знаю, мне как-то не очень. Ну да, качество нормальное, задержки нет вообще никакой. И качество, и секунда задержка. Ну это кому как. У нас стрим идет на все каналы, специально, чтобы можно было выбрать любой. Еще, наверное, совет тем, кто матчи опубликовывает, последний, допустим, кто там полуфинал укладывал, то есть четвертьфинал, не, полуфинал, первый полуфинал, который хитривод там с этим лицом. Ну так, блин, его смотреть невозможно. Опять же, все матчи склеены, ничего не подписано, кто не играл, как играл, ничего не понятно. Это хреново, конечно. Да, надо было сделать трансляцию тоже. Ну, тогда было... Там Кайлыч, по-моему, стримил, я уж не знаю, да. Что там его... Чему он стримил, да, и он выложил результат. Но я имею в виду, что... Они, во-первых, они в игре не разговаривали, ничего не понятно, кто где. То есть, как бы... И смотреть тоже непонятно. Запускаешь, кто слева, кто справа, блин. Там же шкафец. Они поменялись, каждые две минуты меняются сторонами, и следить невозможно. Запомнить, кто не играет. Ну, только если совсем уж от начала до конца смотреть, прям, изначально знаю, где. Но это тоже. Да, когда все молчат, это полная хуйня. Давайте драку сыграем. Все, короче, ладно. Дайте я закончу тогда. Да ты пошел. Да, это да, был, да. Был закончил, блядь, финал. Финал. Сольного Вонючка. Чемпионата по Гол 3. Всем спасибо, участвуйте в следующем сезоне, участвуйте в НКД, который сейчас только начнется командный Никитсу какого-то Винсенцию. Участвуйте в чем там еще.
Ну, в общем, во всех турнирах, которые... Вышибалы. Мираж Реборн. А, вышибалы, да. Вот, не стесняйтесь. Приходите. У нас есть... Твари, кто еще не вступил? Быстро вступайте. У нас есть печенька. У нас есть печенька, да, которую вы можете... Выступайте, группа Гараж Реборн. Те, рисует кола, быстро сюда, все. Твари. Всем респект, всем удачи. Увидимся в будущем сезоне. Всем пока. Погнали драку.